Всем привет! Сегодня покажу вам самые классные новинки, которые нашла в магазине Fix Price. Была я по адресу город Саратов, улица Пензенская. Давайте вместе с вами сейчас все посмотрим. Новинка в отделе товаров для дома, подхват для штор. Через упаковку не видно ни магнит, ни крючок, не совсем понимаю, как фиксируется подхват. Выполнены 100% полиэстера, на выбор есть в бежевом и в сером цвете. Цена 69 рублей. Коробка мягкая или по-другому органайзер, квадратный. Размер в собранном виде 25 на 25 сантиметров. По бокам ручки состав 100% фетр. Покажу поближе, как сделан. Если органайзер наполнить содержимым, то он будет отлично держать форму. Похожий органайзер у нас есть. Храним в нем детские игрушки. Также в ванной комнате можно использовать для полотенец. На выбор динозаврики, всего 3 дизайна. И цвета серый, темно-серый и черный. Цена 199 рублей. Самое время утепляться. Привезли детские перчатки. Указано, что подходит на возраст ребенка от 8 до 10 лет. На обхват ладони 16 сантиметров. Состав 49% полиэстер, 37% акрил, 8% нейлон, 5% шерсть, 1% эластан. Очень большое количество расцветок и черный цвет. Несколько оттенков синего, голубой, бежевый и розовый. Подобрать можно под любую верхнюю одежду. И стоят такие перчатки всего 79 рублей. А вот эти перчатки уже плотные, теплые, подойдут для зимы, для снежных зимних игр. Можно и в снежки поиграть, и снежную бабу слепить. Внутри вот такая мягкая подкладка, а внешняя сторона водонепроницаемая. Указано, что подойдут на возраст от 7 до 10 лет, на обхват ладони 15-16 сантиметров. Состав 100% полиэстер с прорезиненной ладонью. Много расцветок, можно также подобрать понравившийся вам вариант. Это уже более теплые перчатки на холодную зиму. Их можно купить в фикс-прайсе за 249 рублей. Взрослые перчатки тоже привезли, мне понравился вот этот вариант. И скорее всего они с сенсорными двумя пальчиками, для того чтобы можно было пользоваться телефоном, не снимая данные перчатки. Состав 44% нейлон, 28% акрил, 20% полиэстер, 1% эластан. Мягкие, приятные на ощупь, со снежинкой, тоже большой выбор расцветок, черный, голубой, серый, розовый и бежевый цвет. Такие перчатки стоят 149 рублей. Сейчас многие используют электрические или ультразвуковые щетки, и я считаю, что это правильно, так как данный уход за зубами соответствует всем современным стандартам. Можно добиться профессионального ухода в домашних условиях. Покажу вам абсолютно инновационный гаджет. Это два в одном, сразу одновременно и электрическая зубная щетка, и ирригатор. Модель Neos от торговой марки Sucos. Обращу ваше внимание на упаковку. Посмотрите, как качественно выполнена коробка. В комплекте идет инструкция, в том числе и на русском языке. Две сменные на насадки, щеточка для чистки, чехол для удобного хранения и транспортировки, зарядная станция и сама электрическая зубная щетка. Продукт Sucos Neos – это абсолютно новый инновационный дизайн. Прибор два в одном. Сочетает в себе ирригатор и зубную щетку, что позволяет достигать глубокой очистки гораздо большего количества мест в ротовой полости по сравнению с использованием обычных электрических зубных щеток. Щетка обладает невероятными возможностями очистки. В 40 раз более эффективно удаление зубного налета, в 10 раз эффективнее очистка межзубных промежутков и в 2 раза более эффективное отбеливание. Обращу ваше внимание на высшую степень водонепроницаемости IPX8. Всего у щетки 2 режима и 3 уровня интенсивности. Первый режим – это глубокая чистка, второй – быстрая чистка. На каждом из них можно выбрать один из 3 уровней – это мягкий, стандартный или сильный. Щетина, из которой изготовлены насадки – это запатентованная технология посадки щетины, не содержащая медь и других металлов. Это более безопасно для ежедневного использования. MEC Vortex – так называется левитирующий двигатель в сочетании с мотокомбайном с полым валом, который обеспечивает 30 тысяч колебаний в минуту. А двигатель с полым валом обеспечивает подачу воды для эффективной чистки зубов. Neos – это единственное средство по уходу за зубами, способное очищать поверхность зубов, промежутки между зубами и линии десен. Струя воды полностью очищает межзубные промежутки и десневые карманы. При этом очищает на 40% больше поверхности, если сравнивать с другими зубными щетками. Работа высококачественного литиевого аккумулятора емкостью 2600 мА хватает до 30 дней использования. Это в 2 раза дольше, чем у других электрических зубных щеток. Конструкция щетки DrySync. Neos использует новейшую конструкцию с помпой Flow Pulse и головкой щетки Camp Clean. Во время использования ирригатора помпа Flow Pulse создает импульсивные струи воды при помощи MEC Vortex. Данный механизм передает вибрацию
вибрацию для чистки зубов, а головка щетки Camp Clean сочетает в себе струю воды и вибрацию для эффективной чистки зубов во всех направлениях. Резервуар для воды с двумя отверстиями и съемными крышками. Воду можно доливать через верхние отверстия, верхнюю и нижнюю крышки можно снимать для чистки. Специальная головка щетки – это уникальное запатентованное устройство, позволяет одновременно чистить зубы щеткой и пользоваться ирригатором. Щетинки очищают доступную поверхность каждого зуба, в то время как тонкая струя ирригатора глубоко проникает в межзубные промежутки и линию десен. При этом глубокая чистка очищает на 40% больше поверхности, чем другие зубные щетки. Специальная насадка, которая идет в комплекте, предназначена для эффективного удаления зубного налета, а также для эффективного отбеливания. Сукос Неос – это двойное действие, в 40 раз эффективно удаляет зубной налет. Результат можно заметить уже через 14 дней. Кстати, производитель дает гарантию на данный прибор 1 год. Заказать зубную щетку можно на Озон. Обязательно все ссылки оставлю в описании в инфобоксе. Данную модель зубной щетки можно приобрести как для себя, так и в подарок. Супер классная новинка. Посмотрите, какой красивый LED-светильник. Вот так он выглядит на коробке. Работает от 3 батареек. В комплект они не входят. Их нужно купить отдельно. Достаем из коробки и видим вот такую сложенную веточку. Перед тем, как включить светильник, эту веточку нужно расправить, распушить в разные стороны. Ну и, конечно, вставить батарейки. Включаем. И в собранном виде выглядит вот так. Распушив светильник, покажу вам другой результат. Вот так он светится. Теплый, мягкий свет. Всего 120 светодиодов. Похоже на маленькое дерево. Состав полипропилен, алюминий и медь. Световой поток 12 люменов. Гарантированный срок службы светодиодов от производителя 7000 часов. Красивый светильник. Мне понравился, как работает. Думаю, в темноте будет смотреться отлично. Цена 299 рублей. Давайте посмотрим новые гирлянды. Нашла два варианта. Протестируем сейчас с вами их. Эта гирлянда, первый вариант, «Северный ветер» называется. И вторая – «Закат». Отличаются расцветками. Давайте начнем вот с этого варианта. Включим, посмотрим. Ну, во-первых, у гирлянды прозрачный провод. Есть 8 режимов. Длина гирлянды 5,5 метров. Из них 4 метра со светодиодами и 1,5 метра шнур. Мне больше нравится вот такой холодный цвет. И нравится, что шнур прозрачный. Гирлянда переключается между белым и нежно-голубым цветом. И второй вариант – это гирлянда «Закат». Она уже с темным проводом. Также у нее 8 режимов. И у каждой гирлянды 50 LED лампочек. Режим можно выбрать по вашему желанию. Но мне немного смущает вот этот ярко-красный цвет. Мне кажется, он будет напрягать. Купить такую гирлянду можно в фикс-прайсе за 199 рублей. Декоративная фигура «Щелкунчик». Кажется, что-то похожее было в прошлом и позапрошлом году. Если не ошибаюсь, они были супер популярными. В этом году фикс-прайс решил повторить. Качество через коробочку, мне кажется, хорошее. Все отлично сделано, детали аккуратно проклеены. Выглядит красиво. На выбор несколько расцветок. Щелкунчики между собой отличаются. Цена игрушки 199 рублей. Новые корзинки-органайзеры. Прямоугольные. Небольшой размер. S. Изготовитель России, Республика Татарстан. Цена 59 рублей. Из этой же серии коробка органайзер размером побольше, 25 на 18 на 9,5 сантиметров, стоит 99 рублей. Отмечу, что органайзер отличного качества, похожие продавались в магазине IKEA. Смотрите, какая крутая новинка. Можно рассмотреть как вариант подарка. Я обязательно возьму протестировать сразу несколько. Это, оказывается, блеск для губ от торговой марки Yoki Toki. Это не просто блеск, он с цветом. И посмотрите, какой милый дизайн в виде мороженого. Этот экземпляр я себе куплю, поэтому давайте открою, покажу вам, как выглядит блеск внутри. И, честно говоря, он мне очень напоминает помаду Lancome. У меня была такая жидкая очень-очень давно. По текстуре очень похоже. И какой приятный аромат. Кстати, ароматов на выбор 3. Это с бананом, с арбузом и с клубникой. Я обязательно куплю, протестирую и поделюсь с вами своим впечатлением в следующем обзоре своих покупок. Купить такой блеск можно в фикс-прайсе. Здесь, например, продается на кассе за 99 рублей. В отделе товаров для кухни появился нож овощечистка новой формы. И дополнительно есть треугольничек для удаления глазков. Сами ножи отличаются формой и цветом. Можно выбрать понравившийся вам вариант. Цена весьма бюджетная. 39 рублей 50 копеек. Зубочистки от торговой марки Грифон.
деревянные ароматизированные, изготовлены из экологичной древесины, внутри 450 штук. На выбор два варианта, это с ароматом мяты и с корицей. Можно еще использовать в качестве шпажек для канапе. Цена набора 49 рублей 50 копеек. Разделочная доска серии «Минерал», размер 27 на 19 сантиметров, красиво смотрится, подходит для пищевых продуктов. Материал пластмасса, изготовитель Россия, город Москва. Есть в нескольких расцветках, маленькая доска стоит 99 рублей. И есть вариант побольше, 38 на 28 сантиметров, практически в два раза больше, цена 249. Смотрите, какие интересные, написано, что бокалы, на самом деле это рюмка объемом 60 миллилитров. Или по-другому стопка на высокой ножке, подходит только для холодных напитков. Состав натрий-кальций-силикатное стекло. Продаются поштучно. Цена 62 рубля. Понравились вот эти стаканы низкие. Смотрите, какой интересный рельефный узор. Можно как креманки еще использовать для десертов. Изготовитель Владимирская область, город Гусь-Хрустальный. Материал натрий, кальций, силикатное стекло. Тоже только для холодных напитков. Цена 49 рублей 50 копеек. Красивая глубокая тарелка с интересной расцветкой. Очень современный дизайн. Объем 780 мл тарелки, выполнена из фарфора. Есть еще второй вариант, вот с такими полосками. Можно собрать целую коллекцию. Цена за штуку 99 рублей. Показывала предыдущие стаканы низкие. Из этой же серии, из этой коллекции стакан высокий, объемом 350 мл. Стоит чуть дороже, 59 рублей. Смотрите, какая необычная новинка, которую я даже боюсь держать в руках. Это тарелка с двойным дном. Как помните, термостаканы были в продаже. Так вот, появилась такая тарелка, салатник. Сразу скажу, что это очень хрупкий материал. Салатник объемом 900 мл. Из сбора силикатного стекла. Выглядит, конечно, красиво, но пользоваться опасно. Хотя кому-то, возможно, такой вариант подойдет. Салатник не бюджетный, стоит 349 рублей. Новогодняя коллекция посуды начинает появляться в фикс-прайсе. Джемница диаметром 7,5 сантиметров. Можно использовать для кабачковой икры, для соуса, для джема, сгущенки, варенья и так далее. Цена 55 рублей. Кто помнит вот эти баночки, обязательно пишите в комментариях, были уже раньше. Их многие используют для сыпучих продуктов, для гречки, макарон, круп различных. Хорошее качество исполнения, но крышка, смотрите, не плотная, просто шарик сверху кладется. Объем 1 л 400 мл, банка из сбора силикатного стекла, а кружочек, крышка из пробки. Купить такую банку для хранения можно в фикс-прайсе за 299 рублей. Пакет подарочный, красивый, с надписью «Поздравляю». Размер 26 на 10 на 32 сантиметра, выполнен из бумаги. Есть еще другие варианты с надписью и без. В фикс-прайсе всегда хорошая цена, за один пакет 62 рубля, дешевле, чем в других магазинах. Пятновыводитель торговой марки «Йоки-Токи». Кстати, блеск для губ был от этого же бренда. Подходит для выведения жира, следов от макияжа, чая, кофе, ягод и других пятен. С точечным аппликатором, удобно и практично. Надо будет обязательно попробовать. Если уже пробовали, делитесь в комментариях своими впечатлениями. Цена новинки 79 рублей. Новинка в отделе с продуктами – это имбирные крендельки с корицей, серия «Хлебный Спас». Продаются в упаковке массой 180 грамм, цена 59 рублей. Пухлый кролик, воздушное суфле с новым вкусом «Персик». Очень нежные и вкусные зефирки. Мы пробовали с другими вкусами. Цена 29 рублей 50 копеек за упаковку. Конфеты для взрослых с алкогольной начинкой. Со вкусом амаретто, крем-ликер и коньяк. Интересно, можно их продавать детям до 16 лет или нельзя? Масса 110 грамм, цена 149 рублей. Наконец-то в фикс-прайсе появились красивые ароматизаторы. Посмотрите, какая красота. Они полностью выполнены из натурального дерева. Это ручная работа. Выглядит, конечно, красиво.
Ароматизаторы отличаются ароматами и дизайном. Есть с тигром, волком и с цветочком. И для того, чтобы попробовать аромат внутри, нужно нажать вот на кнопочку, которая нажимается «Тестер», и вы аромат почувствуете даже сквозь упаковку. Много интересных вариантов. Некоторые мне не понравились, а некоторые очень даже неплохие. Купить такой ароматизатор в машину можно за 199 рублей. Еще одна супер-классная новинка – это светильник для дома. Выполнен из дерева. Посмотрите, как красиво будет смотреться. Батарейки, кстати, уже в комплекте. Можем попробовать его включить. Размер 13,5 на 13,5 сантиметров. Состав фанера. Приятный теплый свет. Был еще один вариант с оленями, но остались только вот эти с домиками и с деревом. Возможно, привезут еще. Классный светильник можно в качестве ночника использовать или в качестве декора. Изготовитель Россия, город Москва. Цена 199 рублей. Жидкое мыло антибактериальное, целебные травы с медом и ромашкой, фитобаланс 5 трав, флакон с дозатором, объем 450 мл, цена 79 рублей. Еще одно жидкое мыло в такой интересной упаковке. Это мыло парфюмированное, подходит для рук и тела. Есть несколько вариантов. Аромат теплый, древесный, шлейфовый, ветивер и амбра. Следующий – это нежный цветочный аромат с пудровыми нотами шиповника и аниса. И третий вариант – это нежный теплый аромат ванили с макадамией и фрезией. Флакон с дозатором, объем 300 мл, цена 79 рублей. Подсвечник на ножках диаметром 10 см, выполнен из стали. На выбор есть в черном и белом цвете. Цена 99 рублей. Понравилась вот эта свеча, она парфюмированная, очень-очень-очень вкусно пахнет. Мне понравился аромат белый мускус и теплый ваниль. Есть еще другие варианты. Это дымчатая ваниль, тоже очень приятный и нежный аромат. И черный ут. Вот мне он не очень понравился. Купить такую свечу можно за 199 рублей. Гигиенический спрей содержит органическое серебро. Обладает антисептическими свойствами. Серия называется 47-й элемент. В составе без спирта. Подходит для обработки кожи рук. Объем 50 мл. Цена 99 рублей. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаем отличного дня, прекрасного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока.